Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. День Пусана пройдет в эту пятницу на спортивной набережной. Праздник состоится в честь 25-летия установления побратимских отношений между Владивостоком и городом Пусан. Все гости смогут бесплатно попробовать корейское блюдо кимчи, примерить национальный костюм и посмотреть на выступления творческих коллективов двух стран. А вечером в 16:00 этого же дня все горожан приглашают на международный матч с участием молодежной команды «Спартак Приморья» и команды высшей школы Пусана. Место проведения – спортивный комплекс «Олимпиада». Еще в эту пятницу сотрудники Института территориального планирования ГРАД представят жителям Владивостока проект генерального плана города. Поучаствовать в его обсуждении смогут все желающие. 14 июля в 15:00 в ресторане «The Marine» горожанам расскажут про общее решение плана. 15 июля в 12:00 в библиотеке «БУК» речь пойдет об основных стратегических направлениях развития экономики города и его транспортном каркасе. А 16 июля в этой же библиотеке расскажут об экологии, озеленении и благоустройстве краевого центра. Второй международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» пройдет во Владивостоке с 15 июля по 13 августа. И уже в эту субботу на летней сцене театра выступит оркестр Тихоокеанского флота. А лютеранская кирха приглашает 15 и 16 июля на концерты ежегодного Вивальди-фестиваля. Стоимость билетов от 300 до 500 рублей. В Доме офицеров флота премьера театр ТОВ приглашает зрителей на спектакль «Чисто семейное дело». Проект «Z-драма» и театр молодежи представляют читку пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска». Для поэта и писателя это драматургический дебют. Абсурдный реализм или реалистический абсурд пьесы происходит в отделении полиции, которое превращается для главного героя «Человека из Подольска» в совершенно нелогичный и сумбурный аттракцион. Посмотреть на такую авантюру может любой, вход свободный. А на приморской сцене Мариинского театра покажут балет в двух действиях «Конек-горбунок». Продолжительность спектакля чуть больше 2 часов, начало в 14:00 и в 19:00. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города. И до встречи на 8:00.